क्या गजब टोटा खड़ा है यार सामने। В Болливуде судьбы людей меняются каждую пятницу. Пятница – это день, когда появляются новые фильмы, которые могут изменить вашу судьбу. Количество людей, которые начинают вам звонить, может как резко увеличиться, так и резко снизиться. Ура! Чандракант Нагре. Вивек Оберой – одно из самых известных имен в Болливуде. Его первый большой успех в Болливуде состоялся в 2002 году, после роли в фильме «Компани» – «Расплата за все». Фильм был очень успешным. Работу Вивека оценили по достоинству. Он получил Filmfare Awards в категории «Лучший дебют» как лучший актер второго плана. Команда «Дугаскопия» имела потрясающую возможность поговорить с Вивеком на фестивале Global Citizen, фестивале солидарности в Мумбаи, где почетным гостем был Вивек Оберой. Joking, Моего отца была невероятная карьера. Он проработал в кино около 40 лет. Но невзирая на это, я хотела, чтобы у меня был свой путь. Я начал с получения степени магистра в области киноиндустрии в Нью-Йоркском университете. Затем я вернулся в свою страну и начал свой курс, который называется здесь «Курс борьбы». Я много раз был на разных прослушиваниях в разных местах. Я хотел зарабатывать на жизнь самостоятельно. В какой-то момент у меня появилась возможность сыграть в фильме «Расплата за все». И этот фильм в итоге изменил мою жизнь. Успех этого фильма был потрясающим. За один вечер я получил две индийские кинонаграды, которые приравниваются к американскому «Оскару». Это изменило мою карьеру навсегда. Лично большая честь принимать участие в данном фестивале солидарности Global Citizen. Здесь у меня есть возможность обратиться к людям не только как в качестве актера, но и как в качестве филантропа. У меня есть возможность поднимать темы, которые особенно важны для меня, такие как образование и расширение прав и возможностей индийских девушек. Я создал фонд, помогающий спасти индийских девушек от сексуального рабства и детской проституции. Мы обеспечиваем этих девушек продовольствием, бесплатным образованием и бесплатным медицинским обслуживанием. Я убежден, с помощью образования мы можем расширить права этих девушек. За эти последние 8 лет мы проделали огромный путь. Мы получаем пожертвования со всего мира, в том числе из Швейцарии. На самом деле для спасения девушки требуется всего лишь 1 евро. Я могу без преувеличения сказать, для некоторых это ничего не значит. Но это правда, чтобы обеспечить обычную индийскую девушку едой, предоставить ей возможность получить образование и медицинскую помощь, требуется всего лишь 1 евро. 1 евро может помочь выбраться из нищеты и дать шанс на лучшую жизнь. रॉको लिसन प्लीज तुम इस गाड़ी की डिक्की ले लो मुझे तो बस इसका स्पार्क प्लग दे दो ना प्लीज नाइस तुम्हारा हो गया तो चले सो इम्पूल्स या विवेक अबेरोई स्पेशल ना द लेडुगा स्क्रिप्ट टीवी